Всем доброго дня. Сейчас вам расскажу, давно вопросов много задают, как у нас тут зимняя теплица поживает. Огуречную мы закрыли, пока болел, белокрылка ее победила, а здесь вотчина Натальи Алексеевны. Смотрите, теплица, технически расскажу, значит, 3 метра шириной, метр стена и арочная форма 2,10 высотой. Покрытие 10 мм и внутри 4 мм поликарбона, также и торцы. Дверь теплая, предбанник, техническое помещение, так называемое, обязательно в зимней теплице должно быть отсекающий холодного, плюс забор холодного воздуха вот здесь забирается, вон еще один клапан, то есть два клапана стоит, вот клапан маленький и большой, 160-й. Заходим внутрь, как все это работает, теплый пол, утепленный, не теплый, утепленный, вот, значит, все, высадка идет в грядках высоких. В высоких грядках, как обеспечивается воздухообмен. Два вентилятора сверху, они вытягивают теплый воздух по датчику, как только температура повысится до плюс 27, они включаются. Холодный воздух берется отсюда, то есть с улицы, отсюда, и если мы открываем здесь предбанник, еще берется вот с этого. Вот, вытягивается сюда свежий воздух. Значит, смотрите, в чем еще проблема образовалась, когда была конденсат. С конденсатом мы поборолись просто так, как здесь двойное остекление, то есть два листа. Между ними, вот сверху, загоняется теплый воздух и загоняется канальным вентилятором в полость. Идет, и из другого отсюда он выходит. Вот видите отверстие? Также стоит еще один канальник вверху, видите? И вот здесь вот вырезан, уходит. Вентиляцию рассказал, оснащение рассказал, теперь освещение. Освещение очень много разных лампочек, все фитосветильники. Вот, работает по таймеру с 8 утра до 8 вечера. Также есть дополнительное освещение обычное, дневное. Вот, что у нас тут растет? Здесь Наталья Алексеевна ставит эксперимент, клубничка, видите, кушаю немножко. Вот почему-то огурцы все-таки с томатами никак не могут у нас ужиться. Вот видите, все он плодоносил, но... Даже мощность, смотрите, какая лампа над ней висит. Потом идем дальше. Перцы. Перцы очень хорошо растут. Видите, какие. Там. Вон там еще. То есть, вон краснеет, видите. То есть, перца огромное количество. Также еще здесь вот. Они вот тут вот. Всякие разные сорта. Вот. Вот. То есть, перцу комфортно. Томатам. Томатам тоже очень комфортно. Везде сейчас помидоры. Вот помидорчики. Вот. Идем дальше. Даже здесь. А вот огурцам почему-то с томатами вместе. Не знаем уже, чего им не хватает, но не хотят они расти. Томатам прям шикарно. Они жируют прям здесь. Вот видите, какие кусты. Вот так вот. Ну и зелень, соответственно, петрушка там. Петрушка, укроп, и очень у нас сейчас покажу, хорошо расплодился, хотел сказать, разросся базилик. Смотрите, какие кусты огромные, вон его сколько, обратите внимание, вот он, обалденный. Такой вот. Поэтому вот, смотрите, как зажировал, как даже Наталья Алексеевна его резанула, спикировала. Видите? То есть, как бы все отлично. Что еще вам рассказать? Отопление с помощью, значит, вот таких тепловая пушка стоит с датчиком на 25 градусов. Там стоят еще два конвектора, раз, и с другой стороны два, тоже на датчике. Есть окно, когда летом открывать вентиляцию. Вот эта стена, значит, глухая с окном. Вот эта стена тоже глухая. Вот эта стена полностью, видите, северная, утеплена. Этот тоже торец утеплен через пенопласт. Вот он, видите? Здесь стоит тепловая пушка на 25 градусов, дует датчиком. Ну вот, вроде бы все, потихоньку все растет. Конечно, хотелось бы большего, но мы пока второй год экспериментируем, проверяем все, так сказать. Тут как бы хобби, можно так сказать. Но свои плоды дает в этом году, не как в прошлом. Мы в этом году пораньше подошли к этому вопросу. Сейчас еще высаживаем свежие.
чтобы свеженьких потом высадить. Томатиков, чтобы уже, например, в марте. С томатами сейчас январь, 3 месяца в среднем. В середине марта, может, были еще помидоры свежие у нас. Поэтому вот такая красота. Типа размер теплицы всего лишь 3х6. Светильники, все. Поэтому вот все интересно, все красиво. Смотрите, читайте нас.